Несение надписей на форму. Спортпринтен. Здравствуйте, дорогие друзья! Компания в спорте РУ совместно с Северной Лигой ЛФЛ рада приветствовать вас на поединке 12-го тура высшего дивизиона под группой А. Легионы ЦДК сегодня сразятся в этом противостоянии, но, откровенно говоря, не будем долго тянуть с интригой. Сегодня Скорее всего, армейцы добьются очередной своей победы. Не подумайте, что я заранее хороню легион ни в коем случае, но есть огромные кадровые проблемы у команды Александра Седова. Не сумели они собраться в оптимальном составе, не сумели собрать а, полноценный состав. И сегодняшнюю игру против армейцев проведут в численном меньшинстве. В семером, причем сразу несколько футболистов получили возможность проявить себя, вызвавшись сыграть за основную команду по окончанию поединка дублирующего коллектива. Ну и армейцы на самом деле сегодня в не самом оптимальном составе, но на фоне своего оппонента, безусловно, Команда Олега Полтевского и Дмитрия Свиридова выглядят сегодня безусловным Фаворитом главный арбитр встречи Юрий Апанасенко уже дал свой сток, возвещающий о старте этого противостояния. Поэтому быстро давайте начнем знакомиться со стартовыми составами. Футбольный клуб ЦДК номинальные гости сегодняшнего противостояния в домашней красно-черной форме выступают армейцы и делают это в следующем сочетании. Денис Зайко в воротах у ЦДК под первым номером, Андрей Смирнов, третий в в центре обороны справа Владислав Хатаженков, 11, -й. слева. Сергей Сбродов, 22-й. Вячеслав Саркисов, 20-й. Олег Полтевский, 7-й. И Андрей Коряка, 9-й. В линии полузащиты. Сегодня начинают встречу. Ну и Александр Туменко, 83-й. На острие. Атаки. Единственный запасной в сегодняшнем матче это Михаил Бесчастных. У него номер 5. -й. Футбольный клуб Легион, как я уже сказал в самом начале, Поединка сегодня действует лишь семером, поэтому и стартовая расстановка выглядит как 3-3-0 В воротах Александр Дементьев 35-й, Максим Белокрылов 18-й в центре обороны Павел Камушкин 17-й справа, Сергей Миронов 2-й слева Виталий Абласов 88-й в опорной зоне Чуть повыше располагаются Руслан Ишмуратов 21-й и Андрей Абрамович 9 Капитан и руководитель команды «Легион» Александр Седов сейчас располагается на тренерской скамейке. Не имеет он права сегодня выступать за свою команду, потому как несколько недель назад в поединке против Гефеста-2 за дублирующий состав легионеров получил удаление. И это, безусловно, потеря для команды, потому как приходится сегодня... Играть без замен, играть в численном меньшинстве. Еще несколько футболистов а, травмированы. Папинка Зарян не может а, участвовать в сегодняшнем матче по личным причинам. А, ну и получаем то, что получаем для Легиона. Сегодняшний матч а, по большому счету превращается в возможность а, поиграть в футбол без оглядки на результата Ну а с учетом того, что а, совсем немного остается до окончания сезона, поражение сегодня окончательно... Оставит «Легион» по итогам сезона на восьмом месте турнирной таблицы. Сегодня днем уже один матч в высшем дивизионе «А» был проведен. И «Голдшарк» в голевой перестрелке оказался точнее «Невы» 8-5. «Нева» потеряла шансы на шестое место «Легиона» сегодня может потерять шансы на седьмую позицию. Для ЦДК, который на прошлой неделе выиграл континентальную футбольную лигу, сезон, по сути, тоже уже завершен. Какие-то еще турнирные расклады, безусловно, для армейцев существуют, но, откровенно говоря, понятно, что выше четвертого места ЦДК уже не поднимется. И в борьбе за четвертую строчку армейцы являются несомненным фаворитом. APC сейчас располагается на четвертом месте. Но, несмотря на то, что в активе у электроников на один набранный балл больше, на целых два поединка меньше провели подопечные Олега Полкевского и Дмитрия Свиридова. В концовке сезона ЦДК предстоит сыграть, помимо непосредственных прямых конкурентов электроников, еще и с Динамо и Невой. Ну а Легион в концовке сразится на следующей неделе с Гефестом. И в последнем туре с Голдшар. Голдшар, который продолжает сражение за четверку. И, насколько мне известно, именно такую цель перед своей командой ставит тренерский штаб. ЦДК ожидаемо с первых минут завладел инициативой и стремится в фирменном стиле дойти до ворот Александра Дементьева. Ну и по большому счету все эти расстановки, которые мы озвучивали в самом начале матча, они имеют некоторую условность. Ну, во-первых, понятное дело, что ЦДК будет атаковать едва ли. Не всем составом, вот на своей половине поля остается только капитан команды армейцев Сергей Избродов. А все остальные футболисты, вне зависимости от своих позиций, идут вперед, ищут возможности открываться. И вот даже сейчас такая необычная картина. Денис Зайка из -за боковой вводит мяч посредством ввода снаряда в игру из аута. Много времени, думаю, сегодня игрового получит Олег Полтевский. В любом случае, располагая всего одной заменой, даже в энергосберегающем режиме играя, будет необходимо отдыхать кому-то из футболистов ЦДК. Ну и пока по-прежнему разминается на обровке Михаил Бесчастных. Пока свое игровое время один из руководителей армейцев получает. Не удалось сохранить мяч в поле Андрею Абрамовичу. В итоге ЦДК начнет новую свою позиционную атаку. По большому счету, сегодняшняя игра уже с первых минут похожа на какую-то тренировочную встречу. Помните, зимой, во время паузы в чемпионате, возникший ввиду сложных погодных условий. Гефест с Гефестом 2 играл. И по большому счету, оценивая составы одной и другой команды, вот, можно сравнить ту встречу с сегодняшним поединком. Понятное дело, что ЦДК победу сегодня не упустит. Понятное дело, что Легион будет упираться, будет стараться проявить себя. Особенно это касается тех, кто не является частью... Основного состава клуба на постоянной основе. Я имею в виду Руслана Ишмуратова, Андрея Абрамовича, Павла Камушкина. Но все-таки разница в классе между исполнителями, учитывая, что у армейцев на одного футболиста на поле больше, она всем прекрасно ясна. Очередная атака армейцев контролирует мяч на подступах, к чужой штрафной номинальные гости. Вот и еще одна попытка пробить. До Дементьева мяч не доходит. Александр Дементьева пока еще в большом количестве не приходило вступать в игру, но уже на первых минутах свою команду он успел спасти, вовремя сократив угол обстрела и выскочив из своих ворот туда ближе к левому углу штрафной. Абласов здесь принимает мяч на грудь и может попробовать возглавить контратаку на чужие ворота, но пытаясь найти с кем же ему поделиться мячом, в итоге, в итоге его потерял на своей же половине поля. Но достаточно быстро мяч вернулся легионером. Абласов играет направо. Еще одна потеря. Это Белокрылов выводит буквально на ударную позицию соперника и обязан был Вячеслав Саркисов открывать счет в этом противостоянии, но с этим категорически был не согласен Александр Дементьев, который сегодня в отсутствие Александра Седова вышел на поле с капитанской повязкой. Уже 8 минут позади и по-прежнему на табло счет 0-0. Легион держится и держится достаточно хорошо, можно сказать. Обычно в таких ситуациях комментаторы выдают такой штамп, как гол кажется делом лишь времени. Но пока и реальных моментов, -то, за исключением вот этого, шанса Вячеслава Саркисова и голевого эпизода на первых минутах вспомнить, наверное, и не можем. Сбродов играет налево. Интересно, а Денис Зайка будет подключаться к наступлению своих партнеров все-таки... Действительно очень хорошо играет ногами голкипер ЦДК. Он не раз в этом а, убеждал а, всех а, любителей Северной Лиги и всех тех, а, кто следит за высшим дивизионом в нашем округе. Именно за подобные качества его, по большому счету, и звали в ЦДК, потому что иногда а, бывает, а, что. Армейцам нужно, чтобы к определенному контролю мяча добавился еще один игрок. Знаете, как в мини-футболе очень часто голкиперы на полных правах выступают во время финальных штурмов, их меняют на полевых футболистов. Вот Денис Зайка, мне кажется, вполне мог бы справиться и с этой ролью, если бы потребовалось. Но пока он откровенно скучает на своей половине поля, даже не разминается толком, да и не двигается, откровенно говоря, своей штрафной. Все основное действие, естественно, проходит вблизи владений Александра Дементьева. Обласав, одного оппонента ушел. И с Мироновым в стеночку обыгрался. Абрамович его здесь обокрал. Вячеслав Саркисов. Вот он. Еще один голевой момент. И здесь здорово в отборе действует Максим Белокрылов. В собственной штрафной обезоружил он своего оппонента. И в итоге только угловой зарабатывает футболист ЦДК. Подача. Очень сильно. И здесь Олег Полкевский не успеет к этому мячу. В итоге Легион получает право на передышку. Естественно, никуда не спешит. 10 минут у нас уже позади. Можно сказать, что одну шестую матча легионеры отоборонялись. Шмуратов недолго с мячом поработал. И в итоге вновь снаряд оказывается у армейцев. Вот налево. И дальний выстрел. Если бы попал, если бы забил, это был бы претендент на попадание в хит-парад передачи на обровке. Но понятное дело, что в этой ситуации после этого выстрела ни о каком возможном голе речь даже и не шла. Дементьев никуда не спешит. Бывает мяч вперед, не дойдет мяч до Шмуратова. Сергей Спродов надежный, хладнокровен. Еще левее. Играет СДК. Левым флангом начинает развиваться атака. И вот здесь уже Максим Белокрылов а, здорово защищался, не пустил рвущегося в чужую штрафную. Оппонента, и в итоге первая замена в сегодняшнем матче. Михаил Бесчастнов появляется на поле. Займет он место в центральной линии. Ну а пока на скамейку отправился Андрей Коряка. Надеюсь, что никакого повреждения он не заработал в прошлом эпизоде. А просто решил дать поиграть своему партнеру. Андрей Смирнов возглавляет атаку своей команды. Получает обратную передачу от Владислава Хатаженкова. Еще правее. Прострел. Момент и гол. Первый гол в сегодняшнем матче. Забивает его Александр Туменко после передачи с правого фланга. Там, по-моему, Олег Полкевский становится автором голевого ассиста. Сколько веревочки не виться, а конец все-таки вот будет. И на 13-й минуте мы дождались таки первого гола. Александр Туменко забивает свой четвертый мяч во второй части чемпионата в высшем дивизионе. И по этому показателю его в команде опережает только Андрей Говоров, отсутствующий сегодня на игре. На его счету 6 забитых мячей. Впрочем, еще в сегодняшнем матче будет уверен я, возможность у Туменко, да и у других футболистов поправить свою статистику. Все-таки, откровенно говоря, даже в оптимальных составах ЦДК все равно бы считался фаворитом с большой буквы. Здесь второй гол. Забивают армейцы, и его автором становится недавно появившийся на поле бессчастных. И обращается он, по-моему, на скамейку запасных, мол, показывая, что вот мне вот столько всего лишь времени потребовалось, чтобы забить, и не нужно ничего здесь придумывать. Все достаточно просто. Отдал, открылся, пробил с близкого расстояния. И мяч в ворот. Призывает... Александр Седов не разваливаться своих подопечных и играть а, ровно так же, как а, и играли легионеры в первые минуты. Действительно смотрелось очень неплохо, да, не без изъянов. Но понятное дело, что при таком сопротивлении в первую очередь нужно играть грамотно в обороне и уже затем, наверное, думать о. Своей атаки. Вот сейчас одна из редких возможностей провести хорошее наступление. Бьет с дальней дистанции. Максим Белокрылов для Дениса Зайки. Естественно, этот выстрел никаких проблем не доставил. Налево. нравится ДК. Здесь один Сергей Сбродов. Играет в центр. Да, не выстрел. Кому-то могло показаться, что Михаил Бесчастных неудачно мяч принял. Но, возможно, он специально его так обработал, дабы поднять его а в пляжном стиле. И затем уже в лед пробить по мячу, отправив его в сторону ворот Александра Дементьева. 2-0. Половина первого тайма уже истекла. Легион готовится к своему очередному наступлению пошел вперед даже Павел Камушкин но Александр Дементьев перебил всех своих партнеров, отправив мяч точно в руки Денису Зайке который бросает снаряд вперед но здесь неудачная обработка и в итоге Владислав Катаженков лучший защитник КФЛ, который завершил совсем недавно от СДК, напомню и повторюсь стал его победителем Пустил мяч за боковую. Ну а здесь грубейшая ошибка в обороне. Ее исправляет Александр Дементьев, бросившийся в ноги своему теске Туменко. Завозились с мячом защитники легиона. И в итоге Туменко подкараулил оппонента, обокрал его, вошел в трафну, но пробить уже не успел. Разыгрывают угловой ЦДК. Не подает, начинает свой фирменный перекат когда я наблюдаю такое действие в футболе формата 8 на 8, в ЛФЛ, в высшем, да и в первом дивизионе тоже, у меня сразу же возникает впечатление, как будто одна команда разыгрывает большинство в хоккее, потому как по периметру расставляются футболисты, перекатывают, перекатывают мяч, и в конечном счете, прошу прощения, ищут варианты для развития атаки, возможно, какого-то обострения. А учитывая, опять же, возвращаясь к кадровым проблемам, что Легион сегодня играет минус один, это самое сравнение получается как никогда актуальным. Павел Камушкин остановил очередную атаку армейцев. Но с мячом по-прежнему. Болит ЦДК. Аркисов играет центр. Попробует с дальней дистанции. Нет, еще левее. Вот теперь пошла подача. Но здесь выбивает мяч из своей штрафной Андрей Абрамович. Выбивает ваут. И очередная замена у ЦДК. Возвращается на поле Андрей Коряка. черед следующего футболиста отдохнуть. Ну а ЦДК продолжает видеть свои кружева. Удар в перекладину. Не идет мяч в ворота Легиона после атак с участием Андрея Коряки. Футболист мастерства, конечно, неописуемого. И... И игрок, он по большому счету, который может в одиночку обыграть любого оппонента. Помню еще несколько сезонов назад, когда Коряк только свой первый год в ЦДК проводил, э и тогда еще был жив Терминатор. Вот э матч против э Терминатора ЦДК завершил со счетом 3-3, и можно было даже спокойно говорить, что не ЦДК сыграл ничего с Терминатором, а Коряк. Понятное дело, что это по большей степени гиперболизма и не один коряка сделал тот результат, но когда казалось, что ни в коем случае команда Ивана Кара победу уже не упустит, коряка сказал свое слово и вытащил ничью для своего коллектива. Угловой зарабатывает Легион. Потихоньку начинает ЦДК позволять и своему оппоненту атаковать. Но это было прогнозируемо, что ли? Потому как миноармейцы являются тем самым коллективом, который, с одной стороны, обладает великолепным составом, великолепными возможностями, но в то же самое время он практически всегда позволяет играть и своему сопернику. И вообще долгое время было принято считать, что ЦДК для Легиона является самым удобным оппонентом из числа топ-коллективов Севера, особенно после первого сезона команды Александра Седова в вышке. Тогда напомню, в первом круге команда разошлись миром 1-1, а затем хитрик Попина Казаряна принес победу на Легиону, но, по большому счету. Вот этот э, сезон э, эти четыре очка в э, двух поединках э, с ЦДК и предопределили такое э, описание для команды Олега Полтевского и Дмитрия Свиридова в отношении легионеров. Но ведь больше побед больше и не было. На следующий год э, ничью. Э, Легион выцарапал в игре с ЦДК, а затем минимально уступил во втором круге. Ну а в этом сезоне дважды легионеры были биты крупно. 1-6 в первом этапе чемпионата, 1-7 в первом круге второго этапа. Пока здесь счет не разгромный, но по понятным причинам можем мы с вами ожидать разгрома и в сегодняшнем Поединке. длинный заброс вперед в исполнении вернувшегося в оборону александра туменко здесь не было нарушения правил арбитр игру не останавливает по большому счету при такой игре судья особо и не нужен уверен команда бои сами разобрались в ряде непростых ситуаций это ни в коем случае не камень в огород Юрия Апанасенко. Просто вот сам характер матча такой. И... Почти уверен я, что сложных, действительно сложных эпизодов для судейства не будет. Но Александр Туменко, даже он поговаривает своим партнерам, мол, ему скучно стоять на чужой половине, поэтому он и хочет возвращаться в оборону и помогать своим партнерам. Похвально. В атаке ЦДК. Передача штрафную. Туменко. Пас. Удар. Очередное спасение Дементьева. Но все-таки добивание. И третий мяч в воротах Александра Дементьева оказывается. Быстрая атака ЦДК. Верная. Со сменой фланга завершилась. Ударом Владислава Хатаженкова. Ну еще и повреждения получил один из футболистов Легиона. Но понятное дело, что уходить с поля он не будет. И так команда действует в меньшинстве. Ну понятное дело, получать повреждения в такой игре это еще более неприятно, чем в каком-то другом регулярном рядовом матче. Обласов. А играет направо. Камушкин. Откидывает мяч назад Дементьеву. Тому ничего не остается, кроме как играть вперед. И Шмуратов. Здорово. Останавливает мяч. Укрывает его корпусом итоге еще по лицу получает. Не намеренно, конечно. Это никакая не отмашка. Тем не менее, свисток арбитра, конечно же, прозвучал. Абласов. Белокрылов пошел в атаку. Абрамович. И он почти всей команды атакует. Дальний выстрел. Завершает это наступление Легионом. Аркисов. Хатаженков. Бесчастных. Никуда не спешит. ЦДК. Получаю удовольствие от контроля над мячом. Бесчастных. Не стал обострять игру. Отдал Пас. Лишь назад, ну а вот этот вот перевод от Александра Туменко на левую бровку получился неточным, и мяч СДК потерял. Жалко, конечно, что ближе к концу сезона многие матчи теряют свой шарм, теряют интригу. Это относится не только к поединкам высшего дивизиона на других эшелонах. Есть подобная же проблема в первой лиге вообще. Не бывает ни одного тура, чтобы не случился какой-нибудь разгром совсем уж неприличным счетом. В высшем дивизионе таких матчей все-таки поменьше, но тем не менее и такие ситуации бывают. На самом деле было бы интересно посмотреть на этого противостояния, если бы Легион сумел бы собраться в хорошем, близком к оптимальному сочетании, как бы тогда игра развивалась, настолько бы вальяжно играл ЦДК или же все-таки нашел в себе силы собраться и после триумфального выступления на КФЛ найти себе какую-то Мотивацию на внутреннее первенство. Или же, все-таки, Легион получил бы отличную возможность одержать первую победу во второй части сезона. Абрамович, неудобная передача. Успел догнать мяч Андрея Абрамович на бровке, но обработал ее еще дальше и в итоге упустил снаряд за пределы поля. Ваут не прессингует легион, позволяя оппоненту беспрепятственно начинать владение на своей половине. Коряка. Идет вперед, а уходит одного, от второго, а вот третий, коем оказался Максим Белокрылов. Мяч у него отобрал, но также у Белокрылова, хотел я сказать, отобрали мяч и соперники, но нет, выцарапал он в борьбе сразу двумя оппонентами мяч, а затем сам же снаряд подарил оппоненту, отдав передачу и не Павлу Камушкину, и не Виталию Абласу. Две минуты до окончания первого тайма. 3-0 ЦДК закономерно и уверенно ведет. Не тратя. Не грамма больше силы, чем Кого требует ситуация? Ну, не сказать, что Легион откровенно умирает. Также стараются легионеры, но ну, если не получать удовольствие от футбола, то хотя бы действовать э, на хорошем уровне. Шмуратов в штрафной получает мяч, бьет и не попадает в створ. Хороший момент, который для своего партнера создал. Виталий Абласов, отобрав мяч, не стал в итоге сам решать эпизод. Хотя, конечно, мог бы и пожадничать, и сам пробить, и размочить счет. Но по большому счету, откровенно говоря, ни на что это в конечном итоге бы не повлияло. Как бы нам этого не хотелось. Еще одна неточная передача. Алаверды своеобразно исполнил. Владислав Хатаженков. Камушкин здесь. Очередная потеря, очередная ошибка. Даже на первый взгляд, наверное, и не скажу, что за матчем высшего дивизиона под группа а мы с вами наблюдаем. Здесь не было нарушения правил. Миронов хорош в отборе. Не пустил соперника в штрафную. Точнее, в штрафную-то -то пустил, а вот а затем в отборе сыграл четко. В подкате мяч выцарапал Абрамович. Борется и в итоге просто так мяч сопернику не отдает. А Абласов. Странная передача от Белокрылова, вносившего мяч в своей штрафной Камушкин. Да, все правильно, в центр на Абласова, последние секунды первой половины, возможно, атаку до ума доведют, доведут легионеры, Миронов идет в центр, пас неточный, и на этом все. Первый тайм у нас завершен, дорогие друзья, 3-0, ЦДК впереди, благодаря голам Михаила Бесчастного, Александра Туменко и Владислава Хатоженкова, отдыхаем минуту-другую и возвращаемся на стадион на Флотской. Вышивка ваших эмблем Спортпринты. Завершился перерыв в матче 12-го тура высшего дивизиона под группой А. Легион ЦДК после стартовых 30 минут игры на табло 3-0 в пользу армейцев. Александр Туменко, Михаил Бессчастных и Владислав Хатоженков, авторы. Забитых э, мечей Легион играет э, в численном меньшинстве, в не самом оптимальном составе, и поэтому исход поединка уже достаточно давно не вызывает никаких сомнений. Э, разные интриги, безусловно, еще остаются. Например, сумеют ли забить легионеры Гол престижа, Вот сейчас хороший момент был. У Виталия Абласова, который сам же себе полузащитник и создал, сколько в итоге забьет СДК, это тоже важная интрига. Сумеет ли кто-то из футболистов-армейцев улучшить свой бомбардирский запас? Ну вот, один красивый гол еще мы сегодня увидели. Классный, сольный. Можно даже уже сказать фирменный. Прорыв Андрея Коряки завершается четвертым забитым голом на первой минуте второй половины. По-прежнему пытаются руководители Легиона подбадривать своих подопечных и партнеров. Не встанут, в частности, просят Сергея Миронов. Ну и действительно, по большому счету... Все потеряно кроме чести. Нужно отыграть до конца Легиону максимально достойно, не позволить сопернику забить экстремально большое количество мечей, дабы новый антирекорд не поставить. Тем более, что Легион, в отличие от многих других коллективов, вышки Северной Лиги. Откровенно много пропускал всего пару раз. И, естественно, обновлять такую неприятную для себя главу в истории клуба не хотелось бы. Абрамович здесь до конца боролся с Сергеем Сбродовым, но опытный капитан армейцев к мячу оппонента не пустил. Туменко. Нарушение правил в исполнении Сергея Миронова. Не захотел пускать он Туменко по бровке к своей штрафной. И правильно сделал, безусловно. Возобновилась атака ЦДК. Туменко. Подача. Полтевский на грудь мяч принимает. Но здесь первый на подборе Максим Белокрылов, прочитавший ситуацию и отобрав мяч у оппонента абласов осталось ему по ногам но устоял он на газоне и выбрался из сложной ситуации окружении сразу трех оппонентов белокрылов направо на абласова в центр виталий абрамович но тут у него мяч без труда выбивает еще и более того от ноги андрей абрамович снаряд и пределы поля покинул Полтевский пытался поставить корпус и укоротить мяч. не Получилось. Шмуратов. Руслан Шмуратов бросился в прорыв, но слишком уж сильная передача. Не было никаких шансов у Абрамовича мяч достать. Даженков. Туменко. Вот сейчас неплохо, нарушал правила Виталия Абласов. В другом эпизоде... А здесь Белокрылов проверил в домик одного из оппонентов. Ну и в итоге дело фолом завершилось. Абласов своей штрафной получает мяч. Вновь уходит из-под опеки. Белокрылов и в своего футболиста попадает Максим Белокрылов. Перекрыл траекторию полета Андрей Абрамович. В итоге до обласова мяч не, не дошел. Туменко играет направо. Удар! Дементьев. Ногой мяч отражает. Еще один выстрел. И выскакивал снаряд из-под Павла Камушкина. В последний момент уверен я. Дементьев увидел этот удар. Тем не менее, все равно свою команду выручил. Абласов. Один из самых активных футболистов Легиона. Наверное, единственный, кому сегодня претензии. Вообще никакие предъявить нельзя. Да и другим, наверное, футболистам тоже. Опять же, вспоминая все те проблемы, которые есть у Легиона сегодня. Вот Абласов все равно даже на фоне этих трудностей играет очень и очень хорошо. Неточная передача от Руслана Ишмуратова. Очередная попытка обострить в исполнении Рыжеволосого полузащитника. Менко все ниже и ниже опускается к своей штрафной. Можно даже, наверное, сказать, что уже Олег Полтевский играет э, в определенной степени Форда. Ну или же ЦДК перешел на уже излюбленную для себя э, тактику 3-4-0. Все-таки Полтевский в роли центра Форда это представит достаточно сложно. 5-0. Становится счет. Андрей Коряка оформляет дубль и опережает в списке бомбардиров клуба Александр Туменко. Но понятное дело, что никому в этом сезоне догнать Артака Григоряна из Интера уже не удастся. На счету великолепного Форда на Радзуре 23 забитых мяча. При этом Интер провел 10 всего игр во второй части сезона. У ближайшего преследователя Александра Масленникова из Гефеста 11 голов. Думаю, что э, золотая бутса импровизированная достанется в этом году именно «Форварду Интера. К слову, который на КФЛ выступал-то как раз за ЦДК и так же, как и армейцы, стал победителем этой Континентальной футбольной лиги, с чем мы, естественно, поздравляем и Григоряна. А здесь еще одна возможность забить, если бы вовремя из ворот не вышел Александр Дементьев. Вынос голкипера пришелся Виталия Абласова и очередной угловой. Собираются разыгрывать армейцы. Здесь Андрей Смирнов успел поздороваться сразу с несколькими своими бывшими партнерами, в частности, с Александром Ледвином, пришедшим на Флотскую, э, понаблюдать за главными матчами Северной Лиги. Впрочем, никто его за это не упрекнул. Даже несмотря на то, что немножко времени в итоге Защитник потянул Зайка, играет налево, Полтевский заправляет по обровке Андрея Смирнова, пас в центр, Коряка уходит от оппонента, пас в центр штрафной и не добирается до мяча Олег Полтевский. Великолепную углевую возможность для него создали партнеры. Нужно было сейчас мяч, безусловно, принимать. И шестой гол отправлять в сетку ворот Александра Дементьева, но не получилось. Миронов упустил, упустил мяч за бровку. По подсказу резервного арбитра Игоря Елисеева, отработавшего этот эпизод. Туменко Принимает мяч. Не особо его атакует Андрей Абрамович. Таженков. И рвется по бровке Александр Туменко. Именно ему и отправляется передача. Последовала скидка на дальнюю штангу. Но здесь защитники надежные. Защитники Легиона, конечно же. Абласов не отдает мяч. И сам продвигается к чужой штрафной. Пас налево. И вновь снаряд э, покинул пределы зеленого прямоугольника сергей миронов вновь вновь мяч в поле оставить не сумел корякам не встал на этот раз отправляться в сольный прорыв, а поделился с мячом, а, мячом с Александром Туменко. Здесь а, чисто, чисто мяч отобрали у Андрея Коряки, тот недоволен а, решением арбитра Саркисов. Подкат пошел, а, но не достал ни мяча, ни Максима Белокрылова, зато с темпа сбил и в итоге убежать к воротам ЦДК не удалось центральному защитнику легиона жестко сейчас сыграл Вячеслав Саркисов уже во второй раз подряд но это впрочем не новость всем прекрасно знаем как умеет играть в отборе 20 номер ЦДК. Выгрызать мячи. Это именно то, что умеет Саркисов лучше всего. Коряка вновь получает мяч на бровке и вновь бросается в сольный прорыв. В итоге мяч упускает за лицевую. Возможно, Немножко сбил его с шага Павел Камушкин. И именно, именно благодаря этому и удалось остановить атаку соперника. Но понятное дело, что ни один судья в такой ситуации нарушение правил не свистит. И Шмуратов убегает в перспективную атаку. Но здесь его вдвоем сожрали защитники армяницев. Наверное, нужно было пробовать бить сразу, как появилась такая возможность, но чуть-чуть промедлил с принятием решения Руслана Шмуратов. И эпизод оказался, что называется Заигр. 5-0 к 43-й минуте. Встречи. Преимущество ЦДК не вызывает никаких сомнений. Шмуратов. Пас. Нет, не пройдет. Эта передача на Виталия Абласова. Ну а армейцы убегает в контратаку в численном большинстве. Коряк играет налево. Туменко. Какой сейф от Александра Дементьева. И все-таки забивает, забивает свой гол Олег Полтевский с близкого расстояния не стал сам отправлять мяч в ворота. Александр Туменко, а вывел своего партнера на завершающий удар 6-0. в шутку даже получает порцию критики от своих партнеров, говоря, мол, сам должен был завершать этот эпизод. Но Полтевский сегодня еще не забивал. Да и во второй части сезона также забитыми голами пока до вот этого момента один из руководителей армейцев не отличался. Коряка. Белокрыло все давно прочитало и перекрыл движение своему оппоненту. Понятное дело, что Андрей Коряка не действует на максимуме своих возможностей. Но тем не менее и этого хватает, чтобы забить, например, два гола сегодня во второй половине. Не дойдет передача до Абрамовича. Саркисов надежен. И эта передача уже, правда, в исполнении самого Фаркисова дойдет до адресата. Но в отличие от оппонента, ЦДК остается с мячом. По штрафную серия рикошетов. И нет, мяч не покинул пределы поля. Дементьев вовремя из ворот вышел. Абласов. Белокрылов. Миронов сохраняет мяч, играет направо. Абрамович нет, не прошла попытка обыгрыша, но витиеватая траектория полета мяча после рикошета в итоге оставляла, оставляла шансы для продолжения атаки, но в итоге все-таки нет, не состоялась она. И смотрим за ответом ЦДК. Томенко чуть было не потерял мяч. Абласов хорош в отборе. Абласов, Дементьев. Все футболисты Легиона сегодня сражаются. Действительно, <свят> пытаясь сохранить лицо коллектива. Досталось по ногам Виталию Абласову но последовательно арбитр и в этом эпизоде нарушение правил не фиксирует. Таженков играет назад. Коряка. Здорово здесь обыграл. Один в один. Андрей Абрамовича создал себе момент. И в итоге хитрик на счету девятого номера. 7-0. счет на 47-й минуте. Ну и Коряка догоняет по количеству забитых мячей Андрея Говорова. Ну и на текущий момент это самое крупное поражение легиона. А во второй части? Чемпионата. Ну а в первом круге, конечно же, не забываем фиаско в игре против Интера. 1-10. У ЦДК еще есть время переплюнуть этот результат. Целых 13 минут. Не думаю, что хотя бы секунду. Главный арбитр встречи команда компенсирует, но забить три гола за это время более чем возможно. А Женков здорово сыграл на опережение. И атака ЦДК развивается 4 в 3. Еще один момент. Здесь уже не позволяют, не позволяют отличиться Олегу Полтевскому. В итоге, правда, Легион сам чуть было не напожарил собственный штраф. Ну, а теперь атака в численном большинстве у Легиона. Вот он момент для гола престижа. ЦДК не особо рвется возвращаться назад. Абрамович дальний удар. Но нет, такими выстрелами Дениса Зайку не пробьешь. Обласов. А входит в штрафную. Попытался проверить. В домик Сергея Сбородова не получил. Пошла игра от ножа. Она и так-то не особо закрыта была. Но вот теперь команды действительно больше думают исключительно об атаке. Легион вскрылся. И действительно стремится провести хотя бы гол престижа. Моменты для этого есть, но вот реализация этих потенциальных шансов, откровенно говоря, хромает. Туменко навес на дальнюю штангу не прошел. Отбивает мяч Легион подальше к центру поля. Саркисов бить не стал, хотя показывал, что готов. Коряка. Туменко. Снова Туменко и заброс штрафную. Совсем неуважение по отношению к Александру Седову и его команде. Как-то давным-давно довелось мне слышать такую фразу. Что когда ты наголо сильнее оппонента, причем настолько, что громишь его совсем неприличным счетом, самое лучшее, что можно в этой ситуации сделать, это продолжить играть с полной выкладкой. Именно в такой ситуации ты как раз-таки и продемонстрируешь свое уважение к оппоненту. Не готов воспринимать эту цитату за чистую монету, но... Склонен согласиться, что только правда, как минимум, в нем есть. Нужно продолжать играть в футбол, несмотря ни на что. Хотя, конечно, и до маразма проводить э -э, ситуацию не нужно. Помню, сезонов эдак 4-5 назад э -э, в одном из последних туров э -э, высшего дивизиона э -э, встречались уже не существующие ныне команды Азимут и Ауди после первого тайма э, на табло был крупный счет в пользу Азимута но, э, не доигрывать встречу можно было только в той ситуации, если бы у одной из команд осталось футболистов меньше, чем разрешено регламентом. Но такая вот ситуация чревата последствиями, в частности, штрафом. И поэтому вторую половину встречи команды попросту не играли, а соревновались в попадании перекладину со своей половины поля. Ворота стали по футболисту, дабы не позволить никому отличиться. Ну и в итоге все 30 минут были удары туда-сюда обратно. Естественно, команды разыгрывали отворот, соблюдали все нормы футбола, но как такового самого матча не было по понятным причинам. Было ужасно жарко, я помню, действительно двигаться без каких-либо мысли было совсем неинтересно. Ну а здесь Александр Туменко не сумел поразить пустые ворота, обыграв вышедшего из ворота из ворот Александра Дементьева. защитника защитник и угодил в перекладину, от которой мяч отскочил в поле. Легион в атаке. Пока я вам рассказывал про ситуацию в игре Азимута и Ауди, Легион упустил такие реально голевой шанс. Но, думаю, дорогие друзья, вы не слишком на меня а, разозлитесь, что я не стал акцентировать на этом внимание. Действительно, сама игра уже по большому счету никакой интерес а, не представляет. Но, да, играть ее безусловно нужно. Туменко идет вперед. Андрей Коряка стремляется в штрафную, но передача Туменко на коряку не проходит. Максим Белокрылов в сторону сыграл. Ктаженков. Показал, что оставит пятка. А в итоге сам прорвался дальше к воротам. А вот еще один момент для Олега Полтевского. Тут бить не стал, откинул мяч назад на Бесчастных. Еще один момент. И еще один удар. И очередное спасение Александра Дементьева. 7 минут у нас до окончания этого поединка. 7-0 впереди ЦДК. Туменко, еще один выстрел, но на этот раз Андрей Абрамович прерывает полет снаряда, а в этот раз уже Дементьев команду в ближнем бою выручает. Разыграли мяч армейцы. Дальний выстрел чуть-чуть не точно. Дементьев. Хороший вот мяча в игру. Точно на Александра Седова. Тут, к сожалению, сегодня в матче участие не принимает для его команды. Но пас действительно от Дементьева был хорош. Очередное наступление в неторопливом режиме. Несчастных. По штрафную. И Дементьев классно играет. В своей штрафной до конца боролся и небольшой стык здесь даже произошел но нарушение правил там никакого не было как не было его и здесь и вот еще один момент для легиона абласов один перед воротами заваливается денис зайка но его подстраховывает защитник еще один хороший шанс уложил голкипера виталия абласов но забить не сумел небольшой всплеск активности Заставил меня поднять голос, хотя казал счет 0-7. О чем тут переживать? Хорошая подача. В принципе и плотный удар головой, но абсолютно неточный. Беспрепятственно бил поворотом. Андрей Абрамович, никто его не держал в этом эпизоде и не опекал. Играет направо. Вновь. ЦДК всей командой атакует. За исключением, естественно, Дениса Зайки. Без частных. Назад. Заброс. Хатаженков убирает Камушкина. Бьет Хатаженков. И вновь в игре Дементьев. Интересно, сколько же сегодня спасения совершил Александр? Включая и, и, действительно опасные удары и не очень. За, за двадцаток уже как минимум 20-25, наверное, ЦДК пробил поворотом Легиона, Белокрылов, удар, в дальний угол метил, Максим Белокрылов, возможно, возможно в надежде, что Руслан Ишмуратов там подставят голову, не знаю, но не произошло ни того, ни другого, мяч прошел рядом со штангой и ушел за пределы поля. градусов. Играет направо. Коряка. Совершенно неточная передача. Абласов здорово. Одного обыграл, второго не получилось. А в итоге еще и чуть было голевую атаку армейцы не провели. А вот здесь нарушение правил. Муратов первым оказался на мяче и не позволил Владиславу Хатаженкову завладеть снарядом, быстро разыгрывает насколько это возможно мяч Легион Абрамович, удар по воротам, с центра поля нет не оказывается мяч в сетке пошел Денис Зайка читать ситуацию но мяч срезался у Абрамовича и в итоге чуть было в ворота не залетел, для голкипера ЦДК потерять Сухаря в таком матче было бы очень обидно, думаю ну и пару спасений сегодня зайка все-таки совершил, так что свой сухой матч, наверное, все-таки заслужил, как, наверное, и легион заслужил забитый гол, но пока по-прежнему в атаке ЦДК несчастных, таженков бить не стало, ЦДК уже в штрафной. и 8-0 Забивает Михаил Бесчастных и говорит партнерам, что Олег Полтевский отдал ему голевую передачу. Последним мяча коснулся до финального удара. Таким образом, для Полтевского действительно матч получился достаточно успешным. Гол и две голевые передачи. Ну а ЦДК забивает восьмой мяч. Думаю, на этом все. Больше забитых голов мы в этом противостоянии не увидим. Минута до конца остается. Абрамович идет в атаку, играет налево. А может быть, все-таки забьет Легион гол престижа. Абрамович смещается в центр, падение и штрафной. Кульминация сегодняшнего матча. Сумеет ли Легион размочить счет? Виталий Абласов берет снаряд, устанавливает его на точку, которую указывает арбитр, который еще и затем отодвигает стенку на положенное расстояние. Хороший момент для Абласова, безусловно. Удар точно по центру и Зайка реагировал на этот выстрел. Ну и, судя по всему, свой сухой матч Денис Зайка сегодня не отдаст. Тем не менее, Легион продолжает атаковать. Нет, пенальти, конечно, не поставит арбитр в такой ситуации. Хотя, естественно, недоволен Легион таким решением. Шмуратов, навес. Навес. И на этом все. Основное время матча уже истекло. Посмотрела и арбитр на секундомер. И дает свисток, возвещающий об окончании этого матча. 8-0. ЦДК закономерно побеждает «Легион». И поднимается в турнирной таблице высшего дивизиона под группы «А» на четвертое место. Дорогие друзья, на этой ноте, наверное, будем с вами прощаться. Сегодня вечером нас ждет еще один матч, который должен получиться по-настоящему увлекательным. Интер сыграет с Гефестом в 19.00. Этот матч для вас прокомментирует мой коллега Кирилл Разумовский. Для вас же последний час работал Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной Лиги, друзья, и до свидания. Разработка эмблем, логотипов и товарных знаков. Спортпринтер.